ребят, второй год уже катаюсь, второй год на Минске катаюсь. Вот у ребят заказал наклейки. Хвост и в гриву мотоцикл мучаю. Все целое. Все, пластик ломается, наклейки целые. Вот так вот. На всех гонках участвую питерских. Все, что можно, езжу. Какой материал был? Средний, по-моему, 3500, что-то такое, не помню уже. Турист? Турист, да. Так что туриста для харда хватает. Вот, для жесткого.